«Живе Беларусь!» Слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, которые боролись за нашу с вами свободу. И вот появилась информация 19 ноября 2021 года, что Макрон, президент Франции, заявил, что давление на Лукашенко ни в коем случае нельзя останавливать. Нужно продолжать воздействовать на него санкциями и другими методами. И нужно положить наконец-то конец этому безумию в виде этого диктатора. И я полностью лично согласен с Макроном. И более того, хочу сказать, что я призываю к большему воздействию против этого диктатора, против этого узурпатора, против просто этого картофельного лося, который захватил и оккупировал фактически государство под названием Беларусь, вынудив покинуть его территорию миллионы людей, белорусов, которые по той или иной причине вынуждены были бежать с Беларуси. А те, кто остались, находятся в плену, фактически в заложниках этого диктатора. Я благодарю мировую общественность, мировое, так сказать, сообщество, которое не оставляет и борется с диктатором, и желаю победы в этой борьбе всем неравнодушным. Живи Беларусь!